Привет! Сейчас будет обзор на вот какую-то игрушку, которая называется «Рыбалка». Это игрушка на батарейках. Будем снимать вместе с Тимурчиком. Вот мы уже ее собрали. В комплекте идет вот такой вот бассейн, к которому мы уже наклеили наклейку. Вот эту вот имитацию воды. Также наклейки наклеиваются вот сюда. Здесь нужно вставлять три достаточно мощные батарейки. И есть три режима музыки. Также здесь есть вот такой вот моторчик, который создает движение воды. В комплекте еще есть вот такие вот уточки и рыбки. Также два сачка. Один с отверстиями, один глухой. И две удочки. Вот такие вот, чтобы ловить вот так вот уточек и рыбок. Также здесь есть такая вот пальма, которую можно заливать воду, и с нее будет вытекать вода. Ну, давайте сейчас все посмотрим. Итак, я беру воду. Сразу нальем водички. Так, и теперь мы можем включать. Здесь включается вот так. О, водичка начинает бурлить. Наверное, можно еще добавить водичка. Вот, водичка бурлит. Теперь можем вставить уточек. Вот они начинают ездить. Всех сюда поставим. И Тимур, будешь помогать маме ловить? Бери удочку. Дашь маме одну удочку? Ой, что-то застряло. Эти, кстати, игрушки сделаны очень качественно, такой классный толстый пластик. В общем, очень интересно. Также можно брать такую небольшую леечку и заливать водичку в пальму, и тогда она будет стекать с вот этих вот двух таких желобков, скажем так. Вот. И можно еще для разнообразия игры ставить такие вот рыбки или там, например, уточки вот сюда, вот, и тоже их ловить. В принципе, ловятся они легко. Нет, не легко ловятся, да? Тебе тяжело, а маме вот говорит, что маме легко. Ловить легко, ребенку интересно, но так как Тимур играет в нее первый раз, он еще не может мне толком сразу не разыграется. Но хотя у него своя уже игра, всех руками доставать. Интересная игрушка, я думаю, что будет еще долго она его занимать. Так что будем играть ей дальше. Кстати, вот этим сачком тоже можно отлично ловить. Вот, например, уточку. Вот так. Будешь так ловить? Вот этим сачком, Тимур. Вот так, а ну попробуй. Вот так, да, правильно. А вот эту рыбку слови. Вот эту рыбку слови. Рыбка лучше будет ловить. О, получилось. Видишь? Словил. Правильно, доставай рыбку. Давай теперь включим немножко музыки. И тогда они будут по кругу крутиться. Лови рыбку. Смотри, водичка льется. Тимур, смотри, я вот сюда вот заливаю.